классика, перед въездом на маршрут мы травимся. Как обычно, до 0,2, да? Не, пока еще нет. 0,5? Ну, когда-то, ну, я не знаю. А, на глаз, я понял. А ты до скольки травишься? По 0,6, там посмотрим. Ага. Ну что, как же без нашего любимого болота? Вот, собственно, само болотце. Экипированные люди уже полезли. Ну что, как оно там? Не, ну я понимаю, что на додже сюда нельзя. Тут стопудово, а вот там дальше надо мерить. А тут однозначно просто ты салон наберешь и все. Чего? Да я тебе говорю, ну это самое сложное место вообще, что можно найти. Ну тогда я буду делать. Нет, самое сложное вот там. Ну что, доджик будет ехать сразу в болото. Ну что, пацаны, надо вытягивать. УАЗ идет на помощь. Есть. Чуть не хватило. В принципе, то же самое место. Все, у вас нужна помощь. Ну, почти, почти. Но это лучший результат. Прям натяжечку хочет, да? Он хочет засадить его. Что там, сцепление? Да. У кого? Да у вас сцепление пропало. Ну, намочил, походу. А, услышал. Thank you.
Сейчас самое время. Вась, а? Шаков софт неси, не залазит. Пошло не так. Получается, бревно поперек лежит, и оно переехать не может. О, есть контакт. Thank you.
дорога дальше еще интересней. Это жесть. Выравнивайся, чтобы не ловить диагональ.
Сразу задняя блокировочка нужна. Короче, тут такое дело, выхлопухой ты упираешься, понял? Лебедка в помощь. Все, а тут своим ходом можно уже. Там далеко не уезжай. Там какая-то деревяшка мешает, походу, да?